Дорогая молодежь, мне братья поручили ответить на два вопроса. Сестричка пишет, я покаялась, но покоя нет на сердце. Но я думаю, что ответ на этот вопрос уже наверняка прозвучал и в ответах братьев. Но что бы я мог добавить? Я думаю, что здесь может быть много причин, и я бы посоветовал этой сестричке после общения подойти к кому-то из братьев, к Александру Ивановичу, Исааку Абрамовичу, к другим братьям, и предметно об этом побеседовать. Но если вдруг вы не успеете этого сделать, мне бы хотелось, чтобы вы, ну, в течение 3 дней проведите такой опыт. В каждой своей молитве благодарите Господа за все, что вы встречаете в своей жизни. Хорошее и плохое, хорошее и плохое. Начните благодарить Бога и делайте это усердно. И я уверен, что вы дальше узнаете, что вам делать и как исправить положение. Еще один вопрос. Как моя положительная жизнь, в скобках примерная, влияет на мою праведность? И, братья, позвольте немножко занять несколько минут в окончании нашего собрания, чтобы предметно ответить на этот вопрос. Если коротко, ответ будет такой. Моя положительная жизнь, моя хорошая христианская жизнь, она ничего не изменяет в вопросе праведности, потому что праведность, та, в которой нам нужна, и та праведность, с которой мы можем предстать перед Богом, это неизменная величина, она постоянная. Она не приобретается, знаете, путем нашего усилия, трудов, молитв, подвязания, чего хотите. Вот если бы я сказал, Господи, я больше 20 лет провел служение в тундре среди ненецкого народа, и у нас есть результаты, люди покаялись. Вот, и я был в опасностях, и моя жизнь была в опасности. Вот я бы был очень рад, если когда-нибудь Бог позволил бы нам об этом рассказать предметно больше, потому что я уже узнал немножко, что у вас много вот такой потенциал духовный, и многие из вас могли бы участвовать в этом миссионерском труде, благовестия которого так много в нашем регионе, но, возможно, много и у вас. Так вот, праведность, которая нам нужна, друзья, это постоянная величина. И она не зависит от того, что я делаю. И если бы я сказал, Господи, могу ли я быть праведником, смотри, я для тебя что-то сделал, то я в ответ бы получил притчу. Вы помните, брачный пир, и вот там человек, одетый не в брачной одежде. Царь зашел посмотреть и говорит, друг, как ты сюда попал? Он молчал. Свяжите ему руки, ноги и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И никакие наши самые лучшие дела не могут быть условием того, чтобы нам было присвоено звание праведника. Я хочу еще указать на одно распространенное заблуждение в отношении понимания праведности. Немало христиан усиленно стараются жить святой жизнью, приносить Господу, ну, радовать Господа своей жизнью, своим поведением. Ну и кто-то думает так, пока я еще начинающий праведник, но уже у меня дела идут лучше. Когда-нибудь я достигну уровня Михаила Ивановича Хорева или кого-то из других наших героев веры, и вот тогда я буду настоящим праведником. Это заблуждение. Я хочу в оставшееся короткое время рассказать, как сегодня каждый, кто присутствует в этом зале, может выйти отсюда великим праведником. Именно сейчас, именно сегодня. Мне посчастливилось быть в штате Кентукки, и там христиане, это очень христианский штат. Я даже удивился, в Америке есть настоящие христиане. Они построили Ноев ковчег, натуральную величину. Это потрясающее, грандиозное сооружение. 6 часов мне понадобилось, чтобы обойти 3 этажа ковчега. Там было все сделано, но максимально приближено к тому, к той действительности, которая описана в Библии. Это грандиозный архитектурный инженерный проект, и вентиляции, и канализации, и все, что хотите, все это продумано. Как это могло быть, и оно там есть. Но был такой не очень яркий экспонат, написанный по-английски, но по-русски он звучал так. «Первый Адам и последний Адам».
Милые мои, мы пришли в этот мир, связанные греховной реальностью, греховными желаниями. Мы не хотели бы грешить. И я когда был таким, как вы, я однажды молился и говорил: «Господь, я не хочу грешить, но почему я это делаю? Я не хочу быть таким, какой я есть, почему я такой? Но почему это такая несправедливость существует? Ведь я хотел бы таким, как пишет Твое Слово, я хотел бы быть святым, добрым, чистым. У меня не получается». И Священное Писание учит, эта мысль прекрасная, это проповедь апостола Павла, она записана в 5 главе к Римлянам, он говорит, 12 стих, «Одним человеком грех вошел в мир, грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Дорогая молодежь, мы пришли в этот мир, все, кроме Господа Иисуса Христа, пришли грешниками. И мы ничего не можем изменить, если не понуждаемся в Христе. Мы грешим, потому что мы грешники. Все люди грешат, потому что они являются таковыми по сути, по внутренней программе, по внутреннему своему состоянию, которое передано от Адама. В 17 стихе этой главы написано: «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного». Посмотрите, послушайте внимательно. Адам совершает преступление. И это преступление, оно переносится на всех людей. Почему? Потому что Адам еще является и посредником. Только родился мальчик или девочка. И вот грех связывается с этим, входит в этого человека посредством Адама. Рождается мальчик или девочка, он снова рождается грешником, и мы ничего не можем изменить. Вот это наследство получили все люди, которые когда-либо пришли на землю, кроме Иисуса Христа. Перенесемся к рождественским событиям. «Все девы во чреве примите родить сына». Слушайте внимательно. Почему Иисус Христос родился не так, как рождаются все мальчики и девочки? Почему Он родился без земного отца? А ответ вот какой. Первая согрешила женщина, Ева. Вторым согрешил Адам. Но Бог установил ответственность за грех, не на жену возложил, но на Адама. И Библия говорит, в ком все согрешили, в Еве или в Адаме? В ком? В Адаме все согрешили. И поэтому, как только создается семья и рождаются дети, то грех Адама через отца передается сыну или дочери. Если бы Иисус Христос родился так, как родились мы, Он родился бы таким, как мы. Он не мог бы быть Спасителем. Он не мог бы быть Агнцем Божьим, который мог бы закланным быть за нас от создания мира. И великий мудрый замысел Божий состоит в том, что Бог говорит Деве Марии: «Ты примешь во чреве и родишь сына от Духа Божьего, Святого». И это произошло. Рождается этот мальчик. Я вот своей скудной фантазией попытаюсь вам описать этого мальчика. Когда он начал уже ходить ножками, разговаривать, у него появились братики и сестрички, он не топал ножками, он не говорил маме: «Не буду, не хочу». Он не обижал братиков и сестричек. Если его толкали, он поднимался и улыбался. Он не знал, что такое толкнуть ответно, отнять игрушку, поднять руку или кого-то ударить. В нем отсутствовало вот это. То, что есть у всех наших детей, и было у нас, и есть сегодня. Когда он стал взрослым, юношей, а потом приступил к служению, Писание говорит, что из сердца человеческого исходят злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, убийства. Но из сердца нашего Господа, когда он был юношей, отроком, взрослым человеком, он никогда не знал, что такое злиться, что такое ненавидеть. Он не знал, что такое иметь греховную мысль, что значит неправильно посмотреть на красивую идейскую девушку. Он не знал этого, потому что этой природы греховной в нем не было. И так он есть праведник через свое происхождение. В 5 главе Матфея Иисус произносит важные слова: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». Он единственный из людей, кто исполнил закон. Если вы читаете Ветхий Завет и видите там праведников, Моисея, Давида, пророков,
Милые мои, никто из них не стал праведником, потому что он исполнил заповеди Божьи. Мы сегодня слышали, и вы можете прочитать 3 главу Римлянам, там написано, все согрешили, все лишены славы Божией, и все те святые, которых мы знаем тоже. Но Иисус, как засвидетельствовал Дух Святой, первое послание Тимофею 3:16, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Дух Святой засвидетельствовал, что Иисус Христос праведник. И вот этот праведник, Бог Отец, возложил на Него грехи всех нас, всего человечества. И вот мы сегодня слушали о Христе, братья много говорили, вы читаете, вы слышите это в каждом богослужении, что сделал для нас Христос. И когда вы верите, поднимите руку, кто вообще этому не верит, в то, что сделал Христос. Пожалуйста, поднимите руку, кто не верит в то, что сделал Христос. Я не вижу ни одной руки, все верующие. Тогда у нас есть прекрасная надежда. Вы верите в то, что сделал для нас Христос. Когда вы в это начинаете верить, здесь нужно участие в вашей воле. Об этом сегодня много сказали братья, я тоже это скажу. Не чувства вас должны вести ко Христу, не эмоции. Вот сейчас время, когда вы должны, понимая все то, что вы знаете, принять решение, потому что за этим решением последует нечто великое. И прекрасное для вашей жизни. Когда ты веришь в то, что сделал Христос, в заслугу Христа, то Бог предлагает тебе одно действие – поверить в это и исповедать свою веру. Вы знаете, что вера в душе – это отсутствие всякой веры. Верить нужно, свою веру нужно выразить исповеданием. То есть помолиться, то есть сказать: «Господи, я верую, Господи, прости меня». И когда это происходит – тогда Бог тебя принимает в число своих детей. Ты становишься сыном или дочерью своего Бога. Бог дает тебе дар Духа Святого. Бог дает тебе власть бороться с грехом и побеждать, если не сразу, то постепенно. Бог дает для тебя много-много. Но я хочу сказать, вот говоря о праведности, хочу показать, что происходит в этот момент. В момент твоего покаяния – это твое духовное рождение, это день рождения. Брат сегодня сказал, ему 5 лет, большой такой, 5 лет. На день рождения люди получают подарки. Вы любите подарки? Получать на день рождения, а? Что вы засомневались? Я люблю получать подарки. Конечно, вы любите, правда? И вот в этот момент, когда происходит твое исповедание Иисуса Христа Господом, когда ты понимаешь это разумом, и ты прилагаешь, употребляешь свою волю и говоришь: «Господи, я хочу Тебе помолиться, я хочу это засвидетельствовать, что я верую, я признаю себя грешником». Это момент, если это происходит искренне, осознанно, это момент твоего духовного рождения, ты становишься Божьим. И в этот момент, посмотрите на мои руки, Бог приготовил подарок, который называется «Праведность Иисуса Христа». Праведность Иисуса Христа, не твоя, не чья-либо. Вот та праведность, о которой мы говорили, при Его происхождении и при исполнении закона, обретенная им не для себя, для тебя. И Он вручает ее тебе в день твоего рождения. Это та праведность единственная, с которой ты можешь устоять перед Богом. Если сегодня произойдет эта встреча, и Бог спросит тебя: а где твоя праведность? И ты скажешь: вот она. Ты мне, Господь, ее подарил. Это праведность Сына Божьего. И Господь скажет: о, с этой праведностью проходи. В результате обретения этой праведности Сына Божьего, посмотрите, убедитесь в том, что праведность, о которой мы говорим, это дар Божий. Я читаю текст Священного Писания, Римлянам 5:17. «Тем более приемлющий обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, дар
Праведность – это то, что не заслуживается, то, что не покупается, то, что не достигается ничем. Вы можете это приобрести когда? Сегодня, сейчас. Если вы, те, кто преклонили колени, не сегодня стали праведными перед Богом, и их праведность великая Христова. Я иногда задаю несколько вопросов. Задам их и вам. Можно я задам вам 3 вопроса? А потом мы помолимся. А может быть, будут молитвы, в результате которых вы многие выйдете отсюда самыми праведными, прекрасными людьми. Итак, вот вы, сидящие в зале, еще многие необращенные к Господу, вот служители сидят. Чья праведность больше? Вот те, кто покаялись сегодня, или вот братьев, которые уже совершают служение, чья праведность больше? Вот есть 2 ответа. У братьев, конечно, больше. А кто-то говорит, одинаковое. Ну, смотрите, братья получили. Братья, вы чью праведность обрели? Иисуса Христа. В день покаяния обрели праведность. К ней нечего добавить. Скажите, к Христовой праведности что-то нужно добавить? Мы понимаем все, ничего. А вот те, кто сегодня покаялся, они чью праведность обрели? Тоже Христову, правда? А кто покается сейчас, после окончания проповеди, чью праведность вы обретете? Тоже Христову. Еще один вопрос, немножко сложнее. Мы читаем Библию и знакомимся с 12 апостолами, со святыми апостолами. Они люди праведные, святые. Послание святого апостола Павла. Скажите, кто праведнее? Те, кто сегодня примирились с Богом, многие из вас, вот и вот здесь сидящие братья, или апостолы, кто праведнее? Как вы понимаете сложность вопроса? Вот, и вы понимаете правильный ответ. Вы так никогда не думали, правда? Однако праведность апостолов и праведность уверовавшего и покаявшегося человека – это одна и та же праведность. И последний вопрос, самый сложный. Есть праведность Сына Человеческого, о котором мы сегодня слушали. И есть праведность нас, примирившихся с Богом. Чья праведность больше? Брат сказал, одинаково. Это верный ответ. А на молодежном общении в Белгороде руководитель молодежи говорит вслух, страшно даже сказать. Страшно даже сказать. Братья и сестры, милые мои, подумайте о том, какой великий, драгоценный дар Бог приготовил для вас. Неужели вы хотите без Него сегодня уйти? Бог приглашает вас склониться на колени и обрести Его. И не бояться. Враг сегодня многих из вас обманывает тем, что тебе нужно сначала немножко навести порядок в своей жизни, а потом покаяться. Не думайте, Бог поможет вам навести порядок. Вы начните с первого шага и правильного. Начните с покаяния. Исповедайте Христа своим Спасителем, своим Господом. И потом начнется борьба, которая будет продолжаться всю вашу жизнь, но Бог вам поможет, и вы победите. Кто желает выйти отсюда святым и праведным? Через заслугу Иисуса Христа, я прошу вас, пройдите сюда, и мы помолимся с вами. Аминь. Будем молиться, встанем.